Центральная избирательная комиссия России совместно с Минцифрой готовы протестировать возможности дистанционного электронного голосования. Этот механизм хотят использовать на сентябрьских выборах. Об этом главе республики Олегу Николаеву сообщил исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии республики Игорь Михайлов. Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет в 6 субъектах России. Чувашия пока не вошла в этот список. Тем не менее, мы присматриваемся к данной процедуре и поэтому хотим принять активное участие в данном тестировании, посмотреть слабые и сильные стороны, каким образом можно увлекать избирателей в этот процесс. Система, на самом деле, очень простая. Любой избиратель, гражданин России, Российской Федерации, достигший 18 лет, имеющий учетную запись на портале госуслуг, имеет возможность подать заявку. Заявку можно подавать до 7 мая, в период с 12 по 14 мая с 8 утра до 8 вечера. У жителей будет возможность проголосовать как за партийный список, так и за кандидата по одномандатному избирательному округу. Названия партии и имена кандидатов там будут условные. На встрече обсудили вопрос учреждения Дня избирательных комиссий в республике. Датой праздника предлагается утвердить 27 июля. Именно в этот день, в 1995 году, состоялось первое заседание ЦИК Чувашии.